Соломашенко, реализуя свой преступный умысел, прошел на кухню ресторана «Дежавю», грубо нарушая общественный порядок и общепризнанные нормы и правила. Поведение выражено, выражая явное неуважение к обществу, не осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, действия из хулиганских побуждений, потребовал шеф-повара Киселева приготовить ему еду, при этом стал доставать из карманов одежды денежные средства и кидать их на стойку для раздачи пищи, после чего того, как Киселев попросил Соломашенко сделать заказ в установленном порядке. Последний достал из-под ремня одетых на нем джинс, пистолет, значит, и направил в сторону Киселева, который находился в 2,5 метрах от последнего, и потребовал приготовить ему, сопровождая свои действия нецензурной бранью. В результате умышленных противоправных действий Соломашенко был нарушен общественный порядок и общественная безопасность. Таким образом, Соломашенко Игорь Владимирович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 части 1 пункта А Уголовного кодекса Российской Федерации, как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, что ли. Я говорю, я неплохой человек, как это произошло. Это. Но он мне нахамил, да, там, ну, это эмоции, но это не более того. Тем более я знал, что в пистолете патрона нет. Он стоит на предохранителе, поэтому у меня не было никаких желаний и умыслов кому-то нанести вред или что-то сделать кому-то плохо. Жестких не было. Просто я хотел как-то, может, тем более алкоголь этот повлиял, да. Я уже для себя сделал вывод, что алкоголь это вообще это не мое, и это не, в Лурке вообще так нельзя. Потому что все знают, что с нами делают алкоголь, то есть людей делают животных. Я предлагаю признать Соломашенко Игоря Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 части 1 пункта А, и по данной статье назначить наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Но данное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года. Ну, я как бы желаю сказать, что не надо его наказывать. Если мы примирение, то... С учетом того, что вину он признал полностью, раскаялся, значит, вред причиненный загладил, потерпевший не желает привлекать моего подзащитного к уголовной ответственности, поэтому просила бы назначить минимальное наказание, рассчитывая на вашу снисходительность.